Чаще всего преступники подделывают купюры номиналом в 1000 рублей. Даже не пытайтесь определить фальшивку на глаз. Мошенники научились копировать банкноты с потрясающей точностью. На них присутствуют и водяные знаки, и защитная нить, и метки для людей с ослабленным зрением. Необходимо обращать внимание только на какой-то один признак, а на их совокупность. На подлинной купюре герб Ярославля меняет цвет, на свету он становится более ярким. Еще один важный признак оригинала – микроперфорация. Она хорошо просматривается напротив света. Располагается ниже герба в виде цифры 1000. У настоящей купюры микроотверстия с обеих сторон гладкие, поскольку их делают лазером. Если место в районе герба шероховатое, значит это подделка. Также при наклоне под номиналом играет радуга.